Лиза, я из города Шымкента. В 2010 году мне поставили диагноз цирроз печени с вирусной этиологией. Вирусная этиология – это гепатит Б и Д. Так, и я вот лечила, мне уже хотели делать пересадку печени. Я познакомилась с Жанной, она меня сюда привела в клинику, начала лечить меня. За полтора года у меня гепатит Б и Д, вышли анализы отрицательные. И вот сейчас у меня печень была F4, сейчас у меня фиброскан печени F3. И вот я пользуюсь лайф-балансом уже полтора года. Спасибо, Жанна. Всем советую брать и лечить свое здоровье. Какой у вас диагноз был, еще раз повторите? У меня был диагноз цирроз печени, вирусной этиологии, HBS. Вирус у меня был гепатит Б и гепатит Д. Сколько вы на протяжении сколько лет болели? Протяжение 2009 года, как меня заразили гепатитом Б и Д. Сейчас вы в данный период состоите на учете? На учете меня уже хотят снять с учета, потому что мне сказали, что у тебя уже все хорошо, у тебя вируса никакого нету, и я поправилась на 28 килограмм. Была я 39 килограмм. Сейчас я вон хорошо выгляжу, они говорят, очень хорошо, мы у тебя будем снимать твои будем убирать с инвалидности. Вот у меня карточка. Все вот здесь вот у меня написано, что у меня отрицательные. У меня последние анализы АЛТ-АСТ нормальные. Вот, ультразвук. У меня мне снимали печень, у меня очень даже хорошие результаты. Вот у меня анализы, все хорошие, очень прям идеально у меня выходят. Это у меня третья тетрадька. Я уже полтора года в поликлинику не хожу. Ничего не проверяю, просто меня вызывают, потому что так как я получаю инвалидность, я получала. Сейчас меня снимают с группы.